Привет! Сегодня будет такой небольшой лайв. На днях мы получили моторы DA90, вот эти самые DA90S. Они приехали, они сейчас в Москве. Можно даже купить, сейчас остался один. Вот я устроил такую небольшую распаковку, показал, как это все выглядит вживую. А мотор весит 10 килограмм ровно. Контроллер очень легкий, ну вот по крайней мере по виду, по весу он очень легкий. Написано, что 1,5 килограмма, но его мы взвесить на обычных весах не смогли, потому что очень легкий. Но примерно, да, там именно 1,5 килограмма. Он меньше Кёртиса, он, в принципе, меньше любого контроллера для асинхронных двигателей, поэтому уместить его даже в байке не будет никаких проблем. Мотор, конечно, длинноват для какого-нибудь электровелосипеда, но, в принципе, если учесть, что здесь 3 киловатта в номинале, 9 в пике и 6000 оборотов, то это очень хороший мотор. Будем его тестировать и, естественно, все расскажу, все покажу. В общем, так выглядела распаковка, так это все приезжает. И эти моторы сейчас в Москве. Один можно купить. Один мотор, один контроллер. Кому интересно, заходите на сайт, пишите в личку, спрашивайте, всем отвечу. Также сейчас начинаем собирать предзаказы на следующую партию. Поэтому, если кому-то нужен такой мотор с контроллером, пишите, записывайтесь. Где-то через месяц обещают появиться моторы DA100S. Пока их еще нет. Пока с них снимаются характеристики, тестируются и так далее. Но где-то через месяц примерно обещают и эти моторы. Ну а пока на этом все. Все интересные ссылки будут в описании. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, следите за новостями, заходите в мои соцсети. Пока-пока и отличного настроения!